Югорские предприятия представили свои товары на 10-й межрегиональной агропромышленной выставке Уральского федерального округа. Она открылась сегодня в Екатеринбурге. Поддержать местных производителей приехала и губернатор Югры Наталья Комарова. В частности, глава региона примет участие в окружном совещании по вопросам развития агропромышленного комплекса и посетит выставку. К слову, на югорском стенде свою продукцию представили 10 предприятий. Это переработка рыбы, мяса, дикоросов и производство молока. Как отмечают организаторы, агропромышленная выставка – та площадка, где производители могут наладить диалог и найти новые пути для сотрудничества.